огромно значение Москвы как политического, промышленного, научного, культурного центра. В народном хозяйстве страны московская индустрия занимает самое заметное место. Миллионы москвичей трудятся на различных предприятиях, продукция которых идет во все уголки Советского Союза, в десятки зарубежных стран. И поэтому важно, чтобы изделия выпускались качественными, современными, соответствующими уровню лучших отечественных и мировых стандартов. Решение этой задачи зависит не только от отдельных коллективов, отдельных звеньев производства. Необходимо объединить и скоординировать общие усилия. Для этого есть действенные средства, комплексные системы управления качеством продукции. Их активное внедрение предусмотрено принятыми 26-м съездом КПСС основными направлениями экономического и социального развития СССР. Опыту применения комплексных систем в Москве была посвящена эта выставка. Ее девизом явились слова Леонида Ильича Брежнева. «Одна из важнейших примет сегодняшнего дня нашей Родины – борьба за эффективность и качество». В Москве зародились многие ценные начинания, получившие распространение по всей стране. Одно из наиболее значительных – комплексный подход к управлению качеством продукции. Он внедрен по инициативе партийных организаций, поддержанный Московским городским комитетом КПСС. О структуре системы рассказывает директор Московского центра стандартизации и метрологии Борис Сергеевич Мигачев. Московская городская система управления качеством продукции состоит из трех уровней управления. Это управление на уровне предприятий, это районная система управления качеством продукции, это уровень городской, общественный совет, который объединяет как рабочие органы, Мосгорплан, исполком Моссовета, Московский центр стандартизации и метрологии госстандарта, горстатуправление и отраслевые министерства и ведомства. Основа проводимой работы – планирование качества всех видов продукции, выпускаемой в городе. А план включает в себя и постановку задачи, и определение средств ее выполнения. Большую роль играет здесь творческая инициатива трудящихся. Сам процесс становления московской системы непосредственно связан с развитием новых форм социалистического соревнования. Обратимся, например, к опыту станкостроительного объединения «Красный пролетарий», внедрившего систему в начале 10-й пятилетки. Именно тогда краснопролетарцы выступили зачинателями соревнования под лозунгом «Пятилетки эффективности и качества. Первоклассное оборудование». Инициатива получила высокую оценку Леонида Ильича Брежнева, подчеркнувшего, что она отражает самую суть главной задачи, стоящие перед станкостроением и всем машиностроением на новом этапе коммунистического строительства. В 11-й пятилетке завод впервые в мировой практике полностью переходит на массовый поточный выпуск станков с программным управлением на базе электронной вычислительной техники. Но чем больше ответственность, тем строже контроль на каждом участке. Повышенным требованиям новой конструкции станков должен отвечать каждый узел, каждая деталь. Государственным знаком качества отмечено уже 98% продукции «Красного пролетария». Как известно, технический уровень самых различных отраслей производства зависит от того, какое оборудование создадут для них машиностроители. По сути, это настоящая эстафета качества. Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе. Используя комплексный подход к управлению качеством, его коллектив выпускает оборудование, дающее значительный экономический эффект. Говорит заместитель главного инженера завода Владимир Павлович Исанин. Визитная карточка нашего завода – это высокопроизводительная автоматическая линия,
уникальные агрегатные специальные станки. Можно сказать, что только один комплекс из 22 автоматических линий для обработки блока цилиндров, поставленный Камскому автомобильному заводу, дал народно-хозяйственный эффект от его внедрения 3 миллиона 400 тысяч рублей, а всего за 10-ю пятилетку народно-хозяйственный эффект от внедрения нашего оборудования достиг 72 миллионов рублей, что условно высвободит порядка 22-25 тысяч работающих. Совершенная техника, создаваемая на заводах Москвы, служит хорошей основой для модернизации многих предприятий страны. Завод «Микромашина» – первое предприятие столицы, добившееся выпуска всей продукции со знаком качества. Этот успех – результат освоения нового оборудования, передовой технологии. Например, чтобы выйти на уровень лучших образцов в производстве электробритв, был внедрен наиболее современный и эффективный метод производства сеток, детали от которых практически и зависит качество бритвы. Активно участвуют в борьбе за качество заводские коммунисты. Они входят и в аттестационную комиссию, и в группу управления качеством. Партийные организации проводят таким образом последовательный курс на улучшение выпускаемой продукции. В том числе, и это особенно важно для сегодняшнего дня, товаров массового спроса. Селитки качества – рабочую гарантию. Инициатор этого почина – коллектив Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича. Напомним, что электродвигатель, который изготовили ильичевцы, был самым первым в стране изделием, удостоенным знака качества. Бригада слесарей-сборщиков, лауреата государственной премии СССР, коммуниста Николая Петровича Кузнецова, заключила со смежными коллективами договор о взаимной ответственности за конечные результаты работы. Этот договор послужил основой соревнования за звание «Бригада рабочей гарантии». Закономерно, что почин ильичевцев явился важным звеном всесоюзного социалистического соревнования за повышение эффективности производства. Такие перспективные формы внутрипроизводственных отношений, как взаимопомощь бригад различного профиля и взаимный рабочий контроль, органично вошли в комплексную систему управления качеством продукции. В производственном швейном объединении «Сокол» идея рабочей гарантии нашла несколько иное воплощение. Ведь здесь технологическая цепочка состоит из множества малых звеньев. Как же повысить общую ответственность за конечный результат, за качество готового изделия? На «Соколе» решили создать сквозные бригады. Помните, мы говорили об эстафете качества? В подобных бригадах она передается из рук в руки бережно, с заботой о том, чтобы общему высокому уровню соответствовало качество каждой выполняемой операции. Для члена сквозной бригады повышение эффективности труда на своем рабочем месте подчинено задачам и интересам всего коллектива. Однако сотрудничество в рамках одного предприятия – это только первый уровень московской системы. Следующий, более высокий уровень – взаимодействие предприятий, организаций, институтов, объединенных общей целью – созданием конкретной высококачественной продукции. Сочетание сил целого региона, прежде всего науки и промышленности, можно назвать главной отличительной чертой московской системы. Десять лет назад коллектив завода имени Лихачева
нашел в ней новый резерв для увеличения пробега своих автомобилей. Путь к решению этой проблемы был найден в сотрудничестве с учеными НАМИ и специалистами глав МосАвтотранс. Был проведен большой комплекс совместных исследований, выработаны практические мероприятия. За короткий срок в конструкцию автомобиля удалось внести более 150 технических и технологических усовершенствований. В итоге пробег автомобиля был увеличен почти вдвое. Возросла и грузоподъемность машин. Сегодня 3/4 продукции ЗИЛа отмечено знаком качества. Московский городской комитет партии высоко оценил опыт работы этого творческого содружества. Девиз «Гарантию качества от проекта до изделия» также был поддержан горкомом КПСС. Цель инициативы – обеспечить высокий технический уровень и качество продукции на всех этапах ее создания. Работники специального конструкторского бюро заключили с коллективом Московского завода автоматических линий договор о содружестве и взаимной помощи. Теперь СКБ прямо заинтересовано в том, чтобы проекты отвечали всем требованиям сегодняшнего дня. Завод, со своей стороны, активно проводит модернизацию оборудования. В цехах появились многооперационные станки. Есть, следовательно, возможность осуществить в металле смелую конструкторскую идею. А общая цель завода и СКБ – достичь высшей категории качества. Порой в отношениях между смежниками на первый план выдвигаются взаимные претензии. Творческие содружества в рамках московской системы переводят эти отношения в форму четкого делового взаимодействия и взаимопонимания. Теперь все партнеры стремятся быстрее разрабатывать и внедрять новую технику, повышать эффективность производства. Товарищи, сегодня у нас идет совещание по подготовке к аттестации продукции на знак на качество. Все здесь присутствующие из МСКБ и наши товарищи, наши технические службы и цеха. Сейчас мы посмотрим результаты исполнения каждого подразделения. На Московском заводе автоматических линий по определенным дням собирается штаб Содружества. Он оперативно решает все проблемы, возникающие на пути от проекта до изделия. Для заводского коллектива это начинание явилось новым шагом в деле повышения производительности труда. Коммунист Виктор Титов возглавляет бригаду токарей. Несмотря на молодость, он один из заслуженных работников завода. Очень часто можно увидеть возле его станка руководителя группы управления качеством Генефу Петровну Демишеву, начальника цеха Георгия Ивановича Хохлова. Бригадир постоянно вносит предложения, помогающие улучшить качество обработки деталей, повысить эффективность цехового оборудования. Большую практическую помощь в борьбе за качество оказывают предприятиям метрологические службы. Сегодня в их функции входит не только проверка точности изделий и их соответствия ГОСТам. Метрологи строят свою работу с учетом общей задачи – выполнения планов по улучшению качества. Территориальный принцип управления качеством лежит в основе районных систем. В Москве при каждом райкоме партии действуют технико-экономические советы. В их составе работники партийных и советских органов, представители министерств и ведомств, предприятий и организаций. Советы координируют все мероприятия, направленные на увеличение в данном районе выпуска изделий высшей категории качества, а также рост ассортимента и повышение уровня товаров массового спроса. При содействии райкомов КПСС
Создаются творческие содружества, разрабатываются планы улучшения качества, охватывающие весь промышленный комплекс района. Для четкого руководства этим комплексом все шире используются сегодня достижения кибернетики. Информационно-вычислительный центр, подобный Зеленоградскому, помогает решать проблемы управления с максимальной оперативностью. Более глубокий анализ работы предприятий региона могут проводить теперь технико-экономические советы при районных комитетах партии. В кабинете второго секретаря Зеленоградского райкома КПСС Анатолия Михайловича Ларионова мы оказались в тот момент, когда он обсуждал с заведующими отделов Юрием Ивановичем Найденом и Виктором Александровичем Голиковым ход выполнения заданий промышленностью района. Все оперативные данные мгновенно предоставляет информационно-вычислительный центр. Причем техника позволяет вести работу в режиме диалога с электронно-вычислительной машиной. Райкомы партии контролируют выполнение планов, помогают выявить неиспользованные резервы, наладить взаимодействие трудовых коллективов. И, наконец, есть третий уровень системы, объединяющий все предприятия и организации города, все районы. На этом уровне руководство и координацию осуществляет Общественный совет по вопросам повышения качества продукции при Московском городском комитете партии. Для Москвы разрабатывается общегородской план, который включает все организационные и технические мероприятия по увеличению производства высококачественной продукции, в том числе товаров массового спроса. Так, с помощью комплексной системы управления, партийная организация Москвы успешно решает одну из важнейших задач, поставленных 26-м съездом Коммунистической партии Советского Союза.